Спонсор программы «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Владимир Тудвасев, бессменный чемпион России по настольному теннису, продолжает побеждать теперь и среди ветеранов. Недавнее достижение мастера спорта – третье место на чемпионате мира. В Аликанте, Испания, Тудвасев обыграл более 600 спортсменов. Непобедимыми оказались только китайцы. Возраст абсолютно не помеха. Вот. Можно в любом возрасте заниматься и работать, побеждать на самом высоком уровне. Поэтому вот искренне спасибо. Российско-китайская баталия закончилась победой азиатского соперника в трех партиях – 12-6, 12-10, 12-10. Самарский мастер объяснил неудачу тем, что китайцы играли новыми ракетками, которых еще ни у кого нет. Могли бы выиграть. Вот еще несколько раз с ними встретиться, уже будет ясно, как их обыграть. Бронзовый успех на чемпионате мира самарского теннисиста очевиден. Ветераны активно тренируются, участвуют во многих соревнованиях российского масштаба. Сборная Самарской области – самая многочисленная. В итоге испанский чемпионат мира по настольному теннису среди ветеранов выиграли китайцы. Эстонцы заняли второе место. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.